Педагогическое сообщество городского округа Люберцы отпраздновало свой профессиональный праздник. В инженерно-технологическом лицее чествовали виновников торжества, а также отметили лучших представителей сферы образования. Подробности в сюжете моих коллег. В этот день в инженерно-технологическом лицее собрались педагоги со всего городского округа. Отложив рабочие заботы, коллеги отмечают профессиональный праздник. Сегодня все творческие номера и выступления артистов в их честь. Будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Несмотря на то, что повод праздничный, на встрече обсуждают вопросы профессиональные, подводят итоги проделанной работы. В этом году городской округ Люберцы вошел в топ-10 округов Подмосковья в рейтинге системы образования ПИЗА. У нас есть с вами к чему стремиться. Главное, что на сегодняшний день из 38 общеобразовательных учреждений у нас 20 зеленые и 18 желтые, итого 38. Из них две школы – это гимназия номер 16 и гимназия номер 41 – вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. За этими сухими цифрами стоит ежедневный труд педагога. В День учителя как раз один из поводов отметить лучших представителей профессии. Среди награжденных – заместитель директора 16-й гимназии Людмила Щиулова. Для нее День учителя не только профессиональный, но и семейный праздник. У меня и мама учитель, 42 года педагогического стажа, и папа работал учителем, правда, не так долго. Сестра моя учитель, всю жизнь преподает английский язык в одном из регионов нашей страны. Ну и я учитель уже более 25 лет. Пяти педагогам вручили сертификаты на предоставление квартир по коммерческому найму. Значимую меру поддержки получили как учителя, так и воспитатели. Я знала, что есть такая возможность получить жилье. Я собрала документы совсем еще недавно. Честно, я не ожидала. Сегодня я была настроена на грамоту, на диплом. И вот буквально сегодня я уже получила сертификат. Это неожиданно и здорово. Не обошлось в праздничный день и без присуждения высоких званий. Начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина получила знак заслуженного работника образования Московской области. Традиция поздравлять учителей берет свое начало еще с советских времен. Впервые этот праздник отметили в 1965 году. В конце 20 века он приобрел международный статус. И вот уже 27-й год людей, дарящих знания, чествуют во всем мире. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.